Снова идем загорать. Снова. Погода говорит, иди загорай, не сиди дома. Так, видели у мужика уже какой загар? Или не видели? Сейчас только что показала. Прям ух! И типа каждый день загорает, а я еще не каждый день. Посерединке иди. Кстати, слышали новость дня от американского президента? Кто слышал? Вот поэтому сегодня здесь столько много людей. Я же говорю, что в Сочи сезон будет, друзья. А после заявления Трампа точно будет. И в Турции, и в Сочи. О, шикарное море. 13 градусов. Купаться не пойду. Но по колено, вот так, по колено. Трусики, чтоб не мочить. Ох, немножко помочусь. Воздух где-то, наверное, 25 у нас. 25 градусов. Ой, у меня же есть градусник, опять про него забыла. Сейчас точно узнаем. Но детей я пока не раздеваю. Так, сколько у нас? Давай покажем. Это вот он в сумке лежал, показал 24. Это мы его в песок засунули. Так, ждем. В песке 25 показал. Ждем. Ну, песок это, да, вот как раз максимальная температура, которая будет. 26. Короче, в среднем где-то 23 получается. Но сейчас уже вечереет. По солнцу видно. Вон, видите, как солнце уже идет на закат. Все, теперь можно мешать, да? Да, можно мешать. Сейчас минут 15 позагораем. И хватит нам для начала. Ну, температурку воды. Давайте у берега. Раз уж градусник достали. А повысилось, друзья. Смотри-ка, так, подожди. Да. Где-то на 0,5 градуса повысилось. Потому что 13,3 мы мерили. А сейчас 13,8. Притом поглубже я его упустила. Вот где. Короче, температура растет. А 0,5 градусов прибавила. Вау! Куда? Да это он глубже пошел просто. Короче, ну в среднем где-то уже 11 градусов средняя температура воды.